подача и на ближнюю штангу. Мяч летит, выносит мяч защитники Кустанайского Тобола. Мигунов под правую убирает, еще под право. И на правый фланг передача идет, будет передача в штрафную. Прострел низом и гол! Хорош! Неужели никто не задел этот мяч? И мяч закатился после этого прострела в ворота. Тыңдаңыздар, бүгінгі ойында есе башылды. Доп соққан Шахтердің ойыншысы 19 номердегі Евгений Тарасов. Гол забил игрок команды Шахтер номер 19 Евгений Тарасов. Евгений Тарасов пробивал вдоль штрафной и Жул, попытаясь выбить мяч, срезал его в свои ворота. Не знаю, на кого будет.